а надо, чтобы в каждом слове Бог, и надо, чтобы в каждой мысли свет. Тогда и солнце вовремя взойдет, тогда и злиться надобности нет. Бывает очень сложно воспринять чужие недостатки и грехи, но стоит ли кого-то исправлять, когда от Бога сами далеки? Не научились верить и прощать, и сострадать мы можем не всегда, а Бог умеет чудом поощрять людей, в ком не исчезла доброта, в ком сохранились детские черты, а не в душе, там искренность живет. И раз не исполняются мечты, то Бог еще от вас чего-то ждет. Возможно, нужно просто сделать шаг, из сердца удалить вагон обид, и Бог подаст какой-то верный знак, что, к счастью, путь свободен и открыт. Я каюсь, что сама себе во вред жила в плену уныния и тревог, а надо, чтобы в каждой мысли свет, и надо, чтобы в каждом слове Бог.